Он ходил в бассейн и был в первой десятке. И там он, конечно, был еще маленький, но во всяком случае его уже включили в спортивную группу Олимпийского резерва. Очень внимательный и очень заботливый. Он, ну, если он уезжает, это понятно. Перед отъездом он свой дом, свою жену, своих детей обеспечит продуктами, чтобы им чуть не на месяц хватило, набивает холодильник. Он и нам забросит целый мешок разных продуктов. Нет, он очень заботливый. А семье это очень тяжело, потому что они беспокоятся за меня постоянно. То есть это... Ну, все равно я им доставляю массу неприятностей. То, что я уезжаю, они остаются здесь и там месяц-два беспокоятся обо мне. Для семьи это плохо. Очень нехорошо.